Беда. Задержка психофизического развития. Вы об этом говорите в 3-4 года. Поздно. До года уже все можно было заметить. В развитии ребенка есть этапы, когда он начинает реагировать на свет, звук, начинает держать голову, начинает поворачиваться, начинает удерживать предметы, начинает с вами общаться, улыбкой узнавать чужих, ближних, улыбается, гулить. И первые слоги, и за вами повторять речь, даже слоги, ребенок должен до года. Сел в 6, встал в 9 и пошел. И годы уже ходит ребенок. Это самый главный критерий. Набор веса, прибавка веса и роста, это также говорит о норме психофизического развития. Очень часто отстает развитие калькария карбоника. Даже позднее прорезание зубов. Поздно заговорил, поздно сел, поздно пошел. Но калькария карбоника имеет свои отличительные симптомы. И это действительно помощь деткам. А уже если есть патология в развитии и задержка формирования органов, здесь нужно думать о других препаратах. Очень часто приходят на помощь бариум карбоникам.